Сосед Сергея Жигунова, академик Сергей Заграевский, рассказал, как актер спешно избавился от дачного дома в Абрамцеве после расставания с Заворотнюк. Изначально Жигунов покупал участок с домом-развалюхой, но вложил в строительство дома и деньги, и душу, так что сумел построить красивый добротный коттедж. Изначально Жигунов жил там с женой Верой, строгой, серьезной и деловитой женщиной. Но вскоре вместо нее на даче стала появляться Настя Заворотнюк, пишет собеседник. «Видно было, — говорит Заграевский, — что пара очень любит друг друга. Сергей буквально расцвел, живя с любимой женщиной. О том, что отношения у них были серьезные, говорили и визиты мамы Анастасии на Жигуновскую дачу. Сама актриса была всегда приветливой, улыбалась и старалась понравиться соседям. Часто Жигунов и Заворотнюк устраивали ночные посиделки с друзьями. Они без конца пели, — цитирует соседа Жигунова издания. Я ему даже периодически говорил: «Сереж, ты ночью уходи в дом петь, а то ты поешь так, что у меня стекла дрожат». Было видно, что он очень любит Настю. Потом отношения у пары стали разваливаться. Сергей все чаще ходил мрачным, стал редко появляться на даче, пропала куда-то и прекрасная няня. В один прекрасный день сосед встретил Жигунова, идущего по дороге пешком, что крайне его удивило. Жигунов на приветствие ответил резко и сообщил, что дачу продает, а посему прощается с соседом. Было это уже после того, как газеты сообщили о его разрыве с Заворотнюк. Сам актер объяснил соседу, что у него нет денег на содержание дома. А что ты думаешь по этому поводу? Обязательно напиши свое мнение в комментариях. Мне будет очень интересно его узнать. А также, если вам понравилось видео, оцените его лайком, колокольчиком и подпиской на канал, чтобы быть в курсе всего самого нового и самого сочного. Всем удачи! Всем пока-пока!